Сьогодні ми пропонуємо познайомитися з цікавою і оригінальною технікою, що активно використовується в образотворчому мистецтві – колажем. Слово походить з французької, буквально означає «наклеювання». Цей прийом задля посилення естетичного ефекту дозволяє поєднувати в одному творі різні матеріали – від паперу до невеличких шматочків дерева або металу. Колаж, як окремий прийом в образотворчому мистецтві, виник на початку ХХ століття. Так би мовити, вмонтовували у свої роботи різні за фактурою матеріали художники-класики – Пікассо, Мане, Матіс, Паолоцці тощо. Досконало оволодівши цією технікою, відомі майстри намагалися передати авторське, художнє сприйняття оточуючого світу. Що таке колаж? Це показати композицію, натюрморт або рисунок в об'ємі. Так як об'єм показується в цвіті, да, ми знаємо, що живопись ми повинні показати в цвіті, то колаж показується в бумагі, в ткані, ми показуємо об'єм. Аппликация – это больше из бумаги, но если мы хотим показать что-то, например, кувшин выделить объем или цветок объем, то мы делаем объемный и можем и в бумаге нарастить как бы эту бумагу, и можем в ткани, вот как вот этот букет. Видите, кувшин более такой, он плоский, плосковатый, а букет сам мы нарастили тканью, сделали объемный. Драпировку мы сделали из бумаги, чтобы это все было видно, что это кувшин с цветами. Очень много таких художников, которые делали портрет или рисовали сами, или вырезали из журналов лицо, а одежду делали и фон уже с бумаги, с ткани, уже наращивали, вот так как вы видите, что лицо, оно более не объемное, да, а одежда вже йде, наращується, більш об'ємна. Вихованці Миколаївської дитячої художньої школи також опановують цю техніку і за допомогою колажу, аплікацій передають власне бачення різних форм, предметів. Техніка кропітка, але проста і зрозуміла. Надає чимало простору для фантазії. І що важливо, доступна різним віковим групам. Ось це предоставлено у нас натюрморт в коллаже. Значит, еще хочу сказать, что коллаж начинается с подмалевок. Ну, вот ребенок, если начинает рисовать, он рисует карандашом то, что он хочет. Легенькие, потому что если посмотреть, то тут видно прорисовки в другом материале, да, вот в мягком материале. Тут эта работа предоставлена коллаж совместный. Идет бумага и идет нитки. Нитки тоже очень часто вводились в коллаж. Тут введены нитки, введены отрезки журналов, газет, если вот видите старые, вырезки тоже из журналов и ткань. Ткань. И прорисовки еще каким-то другим или фломастером, или карандашом. Вот видите, если вы видите рисунок. Вот так вот заполняется натюрморт. И он получается, что он особенный. Получается, выделяются кувшины у нас в одной технике, а делаем фон другой техники. И выделяем, например, вот мы хотели цветок выделить, мы выделили другим материалом. И так оно получается и объемное, и четкое, и мы видим, что у нас изображено. Коллаж – это вообще очень интересная техника, потому что она вроде как и долгая, но некоторые делают ее быстро, особенно малыши. Это делал малыш. Это сделал он очень быстро, они делают очень быстро, они буквально могут за 4 часа это сделать.
Они, конечно, сначала думают, что же нам сделать, там какую-то придумать тему. Но вот выполнен у нас букет. Это дерево, наверное, жизни, потому что стоит в кувшине и так вот асимметричен, почти асимметричен. И сделано оно в бумаге разного цвета. У нас была тема с малышами букет. Вот я им поставила букет, но вообще можно коллажи брать и фантазировать, и можно с натурой. Вот некоторые так выполняли в цвете, некоторые выполняли вот так вот в ткани. Как они видят, букет был один, но каждый сделал все по-разному. Да, вот как они видят. Запропонована для виконання тема казки доволі багата на фантазію і різні варіації. На картині вихованця молодшої групи наче оживають казкові герої – лицар і дракон. Ткань самістима з бумагою. Тут настоящий калаш і плюс кожен. І так, як ви бачите, він хотів виділити рицаря і додав кусочки кожи. Вот эта бумага у нас идет, вот это кусочки мы вырезали, взяли большую ткань и прям моменты, красивые моменты вырезали и клеили. Это такая ткань цветастая. Это вот эта ткань, вот эта ткань и совместно с бумагой. Бумага такая, ну, продается тонированная бумага. Вот она есть. Есть как газета, как вот это вот упаковочные такие вот. И ткань он совмещал, плюс холст. И вот получился у нас эта композиция. Отже, для виконання робіт в техніці колажу нам знадобляться матеріали. Папір білий або тонований, як полотно майбутньої картини, шматочки газет, журналів, тканини, кольоровий або зім'ятий папір, клей, нитки, ножиці, олівець, фарби. Починаємо роботу, звичайно, з ескізу. Можно кувшин сделать, я сделаю в виде бумаги, чтобы отделить кувшин от цветков и от дерева, а дерево мы будем делать из ткани. Значит, начинаем, берем бумагу. Значит, я беру бумагу разных цветов. Бумага вот светлая, потемнее и среднего тона. Вот та, что темная, я делаю тень и выхожу на высветление. Можно вот этой тоже вот начать и выйти к свету. Есть еще техника, можно не обязательно вырезать ножницами, а можно рваная есть, рваный коллаж. Это рвется бумага и приклеивается. Значит, сейчас я буду цветочек делать, самый главный, который у нас самый большой. Тут большие такие лепесточки. Беру клей дракон, он так и называется, дракон, он клеит все.
можно намазать всю поверхность, он сохнет не сильно быстро. Так что я намазала, теперь беру по цвету. Значит, цвет мы вылаживаем, цветка, он тоже имеет цвет и тень. Свет это будет у нас яркие лепесточки, светлые, а тень это у нас будет темный. Значит, я беру, например, в таких тонах, у меня уже кусочки вырезаны. Я беру вот оранжевые можно, можно желтый вот такой вот. Вот такой вот у нас желтый. В серединку можно положить вот такую зеленую. Можно еще даже вот такую вот, сейчас, вот такую серединка у нас есть. Мы можем положить и эту серединку, и сверху еще зеленую сделать, как объемчик. Значит, я вылаживаю сначала тень. Значит, мы можем, так как это и желтый, и темный, это у нас будет тень. И вот так вот, вот разглаживаю, чтобы хорошо все краешки приклеились у нас. Если не приклеились, то чуть-чуть потом можно доклеить, подклеить. Пока я сейчас выложу его, а потом он подклеивается. Это тоже темная часть, и она у нас будет вот здесь. Мы можем сверху уложить, там, где я нарисовала, не обязательно, чтобы это все было вот четко по форме. Мы ложим, а потом форму мы всю выравниваем. Делаем сердцевинку тоже хорошо. Вот эти части, которые мы не приклеили, мы их подклеиваем. Вот так вот намазываем. Делаем, приклеиваем вот такую вот сердцевинку. Работа, конечно, хлопотливая и требует много времени, чтобы сделать красиво. Когда это все выполняется, вот эти вот формы, потом мы смотрим по цвету, нормально или нет. Можем фон сделать, заполнить, можем так оставить. Но работа, да, хлопотливая, повырезать, наклеить. В школе у нас этим занимаются, все это любят, и детки, и младшие, и старшие. Приходите к нам в школу, у нас разные техники, хорошие преподаватели. Техніка колажу дозволяє побачити незвичне у, здавалося б, звичних речах. Тож впевнено вирізайте, компонуйте, малюйте. Словом, експериментуйте, створюйте власні шедеври.